У нас буквально осталось несколько минут. Я знаю, Елена Ивановна, вы хотели сказать заключительное слово, так да, сказать. Да, вот я хотела сказать, встречи. Что в нашем клубе так много кружков, не все перечислены. Это вокальное направление, которое возглавляют опытные педагоги, это Губко и Великодворская. Кроме того, дети завоевывают первые места на международных и городских конкурсах. Но у нас в клубе проводится обширная спортивная работа. Спортивную работу в нашем объединении возглавляет Юрий Михайлович Чернышов. Но хочется сказать, что в нашем клубе РУМП, который находится на Пор 89, тепло и уютно, комфортно для детей и родителей любого возраста. Поэтому клуб соответствует в настоящее время современным требованиям. Благодаря усилиям нашей администрации, большое спасибо Юрию Петровичу Прохорову, нашим родителям, нашим педагогам, грамотным и профессиональным, нашим родителям, ну и детям, которые посещают наш клуб. Мы ждем наших новых, значит, вы знаете, что самое интересное, Лана, ребят, вы уже третий год приходите в студию, говорите эти фразы и всегда волнуетесь. Уже, наверное, ну, вот можно привыкнуть и расслабиться. Самое главное, что дети не хотят уходить. Они после репетиции остаются, не хотят уходить. Они приходят раньше репетиции, они уходят позже, не хотят уходить. Но это благодаря, конечно, как раз руководителям, педагогам, организаторам. Спасибо вам большое, дорогие телезрители. Сегодня у нас в студии был детско-юношеский клуб РУМП. В течение недели мы будем знакомиться с другими клубами, поэтому обязательно следите, если у вас в семье есть малыши. Благодарим за то, что вы воспользовались услугами нашей авиакомпании «Врач». Счастливого пути!